drop the bass. I'm still standing. Ну вот, короче, я поиграл немного в игру Saints Row 4 и разблокировал такую классную вещь, которую все любители дабстепа ждали. И это дабстеп ган. Я сейчас вам продемонстрирую его работу, и он вам очень понравится. Особенно биты подобраны очень классно. Точнее, не биты, а дабстеп подобраны очень классно. Так, сейчас продемонстрирую вам первый дабстеп. Да. То есть тут можно, как бы сказать, кастомизировать оружие, и тут есть разные кастомизации каждому оружию. И вот обычный дабстеп ган. Смотрим. Вот так вот он выглядит. Такая большая пушка. Ладно, проверим сейчас. И поехали. И это была первая дабстеп пушка, первая дефолтная кастомизация. Сейчас пойдет вторая кастомизация под названием Industrial. И вот так вот он выглядит, такой черненький. Опа, нам начали уже стрелять. И вот так вот. Дабстеп пушка перезаряжается, ну, очень быстро, так скажем. Это мое, наверное, самое любимое оружие в игре Saints Row 4. Итак, поехали эту пушку, называется поп. Так, меня убили. А как так? Ой, капец, но мой перс еще не прокачан. Так, ну не вкачан так сильно. Ну сейчас продемонстрирую работу вам вот этой дабстеп пушки под названием Popstar. Вот вы слышите небольшие басы. И поехали. Вот так, вот такие вот дела тут с дабстепганами. Вообще очень мне понравился этот дабстепган, особенно ритм вот у этого дабстеп пушки, хотя она выглядит как-то, ну, по-дурному она выглядит, конечно, но вообще просто супер. Сейчас я даже настройки сделаю, на максималку поставлю. Поехали. Спасайся. Ладно, а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Оценивайте эти дабстеп пушки. Пишите в комментариях, какая вам больше нравится. Всем пока-пока.